Никс, плюс сейчас еще один герой, который появится, саппорт. У М19 у нас еще должен быть один кора. Интересно, куда они отправят Некра. Потому что, ага, предполагали, что антимаг какой-то появится в М19, видимо. Что Enchantress отправится на сложную линию, возможно, с аппаратом. В принципе, такое тоже возможно, да. Некр в мид, и, например, какой-то такой хороший персонаж, как антимаг, будет фармить. Видите, с последней пикой команды эффект. Это баны Пэла, Войда, ЦК. Ну, и сами они избавились от Свена, поэтому из нынче популярных кор-героев мне на ум приходит именно антимаг. Достаточно универсальный, который может сплитить, который достаточно просто справляется с Веномансера, с Фурионом, которому остальные персонажи здесь тоже не очень страшны, потому что он их убивает очень-очень быстро. Ну и вот Шадоу Демон, если что, с ним будет как-то бороться. Очень, я думаю, все знают, что это один из самых главных контрпиков против Аэма. Но М19 задумались, видимо, Шадоу Демон немножко их смутил. Сейчас посмотрим, испугаются они его или нет. Давайте посмотрим, что у нас еще из вариантов есть. Из прям таких хороших кэрри есть в целом Луна. Потому что Луна, она хоть и не так популярна, как раньше, но тем не менее она очень быстро фармит и тоже для пуша подходит неплохо. Можно было бы подумать об этом герое. Да и с Фурионом она будет неплохо справляться, с его пеньками, трентами, я, конечно же, имею в виду. И знаете, что мне очень не нравится на стадии пиков банов? Что ты не можешь сделать вот так вот. Посмотреть всех героев и, в принципе, предположить что-то. Сразу вот смотришь и уже думаешь, а как вот Джиггернаут бы смотрелся? Возможно... Джиггернаут, возможно, Морф, который тоже, в принципе, с Фурионом быстро работает. Фурион, Морф. Есть еще Гирокоптер, Сикер из вариантов возможных. Увеличить пуш потенциал. Ну, Гирокоптер, кстати, буквально недавно от Веги заезжал. Вроде бы достаточно неплохо вышло. Если так посмотреть, Свен в бане. Дроу Рейнджер. Ну, она, опять же, только... Ах, вот они как решили сделать. Решили даже не через физурон поиграть. В принципе, предположительно, как раз должен был быть какой-то прям жесткий физ ДПСР, потому что а вдруг что-то пойдет не так. И если берут Queen of Pain, то они сами себя загоняют в рамки. То есть им все-таки надо закончить как можно быстрее. Потому что в лейте, опять же, будет Фурион, будет Мирана и будет Веномансер. И эти три персонажа, на мой взгляд, чуть более жесткие, чем персонажи на лейт у команды М19. Но, судя по первой карте, потому как она проходила, М19 пока что играют на голову выше своего оппонента. И, не знаю, может, это, конечно, было связано с распиком, может, это было связано с тем, как они в целом отыграли карту, там, не знаю, расслабились, не ожидали такого натиска, не прочитали врагов. Но по второй карте уже будет все получше, понятно. Что начинается у нас игра? Приготовьтесь к битве. Мирана будет в миде. Разумеется, будет она стоять против Queen of Pain. По румящим саппортам у нас с одной стороны будет Air Spirit, который, в принципе, уже сегодня, которого мы видели сегодня от этой же команды. С другой стороны, будет Никс. Как-то не впечатлили меня на прошлой карте действия Рената, на самом деле. Он не то, что он прям плохо сыграл, просто... Может, я говорю, может, просто не пошло? Такое бывает у абсолютно всех команд, абсолютно любого уровня. Там OG и Liquid могут проиграть, казалось бы. Да, у них может это потом произойти одна карта на 100, но тем не менее, если особенно это происходит часто в противостояниях БУ-1,
То есть есть какая-то стратегия, которую ты не предугадал и так далее. Если игроки высокого уровня, то шанс выиграть такое имеется практически у каждой команды. И Queen of Pain уже прокачала Blink. Станчик должен быть по таймингу, но она должна уйти. В любом случае, она сейчас должна идти чуть ли не на базу, потому что у нее проблемы серьезные с ХП. И теперь Пикачу вынужден, скажем так, станго использовать. А тут еще и баунти забрали. Ну и опять же, у них начало уже очень хорошее. Посмотрим, как Пикачу будет из этой ситуации выбираться. Тоже неплохо было бы, если бы подстопил крипов. Пикачу все равно получается лучше на блокингеру подальше отойти. Расперед парад. Опять у нас, наверное, один из самых популярных нынче саппортов. Притом я этого саппорта не то что прям не люблю. Это, наверное, мое личное мнение, но тем не менее. На мой взгляд, Дизраптор там в 1000 раз полезнее, но он появляется и появляется, и показывает себя очень даже неплохо. Можно посмотреть на винрейт. Опять же, сейчас, конечно, сложно что-то про винрейт говорить, но потому что игр было не очень много, играли далеко там не все топовые команды и так далее. Вот только начинают медленно, но уверенно заходить в сезон. Вчера у Virtus.pro были первые игры, сегодня у OG первые игры. Ну, вы понимаете, почему это. Подкоп очень хороший от Кингера. Респирита прохарасили, но у него еще реген имеется. Вообще очень сильная получилась линия. Некор, он сам по себе герой жесткий. Я предполагала, кстати, помните, по поводу Некроаппарата, но я предположила, что его отправят эту линию на сложную. Но здесь сделали именно его первой позицией. Давайте посмотрим, как дела у Фаника. Вот тебе и Фаника. Опять какую игру, и он начинает очень неплохо. Крипстат у него 9 на 1 такой же. И у его мидера, как мы видим, тоже опережает он пока Мирану. Притом Пикачу опережает Мирану практически в 2 раза. Начало у Мирана очень хорошее, несмотря на то, что ею изначально выбили весь реген. Пришлось потратить 2 танга. Будет ли Фаник пытаться доминировать на этой линии, в смысле именно убивать? Ну, посмотрите, по крипам Фаник опережает Седова в 2 раза. И здесь у Седова не будет фрифарма. Еще хочется отметить, что Седой от фарма очень зависит. Есть кэри, которые... Ну, я, наверное, всегда бы в таком моменте ставила, в пример, Рамзеса. У него, если что-то плохо, он все равно найдет фарм, все равно найдет решение проблемы и так далее. То есть он все равно будет полезен. Он даже на Сларке пойдет гангать и убьет каким-то чудом. Нападение от Фаника, но сейчас за это Фаника могут наказать. И, скорее всего, так оно и будет. Однако Распирит тут как тут. Камень хороший. Пытается разменяться до конца. Да, должен погибать здесь Shadow Demon, но Фаник умер первым. И 319 золота получает у нас Фурион. Здесь еще опять отличный подкоп от Кингера. Он реабилитируется за прошлую карту. И отлично, фейфай. Но нет. Нет. Даблкил Гамага. Уже начало гораздо более приятное, нежели в предыдущей карте. Фурион один из самых, наверное, часто используемых или наигранных персонажей у Андрея. Вообще он на нем очень много играет, и, понятное дело, он с хард-линии не уходит уже столько лет. Фурион в какое-то время дабл у него сейчас период, когда его вообще никто не пикал. Но сейчас он вернулся во всей своей красе. Может быть, поэтому Адмирал Бульдог возвращается в Альянс. Ну, по крайней мере, это слухи, поэтому ничего еще неизвестного, так скажу вам сразу. Уже пошло там. Посмотрим, что будет. Так, уже как Фурион будет собираться. Две самые популярные сборки — это Фейзы, Барабан и Мидас. Но сейчас еще очень актуальная сборка Фейзы и... Нет, уже не через Лотар Орчит, уже через Рода Ватос.
что мне, в принципе, очень нравится. Рудототос стоит 3000 золота. Он делает тебя гораздо более плотным, и в команде ты можешь помогать тоже очень достаточно быстро. Вот почему Фурионы барабаны многие собирают? Не хватает ему немножко выживаемости, нападения на Мирану. У Мираны могут быть проблемы. Еще буквально был один удар, она, скорее всего, умерла. Прилетает Фурион, Шедоу делаем 5 Четверспирита, ну и подкоп по таймингу. А вот и третий фраг для команды Эффект. Рядом находится Пикачу, у мага могут быть проблемы, но по Тауэр идти не хочется. Во-первых, не так много маны, во-вторых, рядом находится Никс, который, если что, тебя подстанет, а там уже и рядом Шедоу Демон. Да и Мирана делает телепорт. 3-1. 3-1 по золоту. Там преимущество настолько незначительное, что я его обсуждать не буду. Но эти три фрага, то есть различие пока в два фрага, да, на пятой минуте. Посмотрите за то, какое различие по крипстату. Практически в 2-3 раза у некоторых героев больше КС у М19. Они явно лучше фармят. А это тебе не шуточки. Тут с такими золотом, посмотрите, хардлайнер 35 крипов. Тут Акаша 34, Мирана 20, 33, 17 Некор, 20 Виномансер, то есть на 13 крипов на 5 минуте. И у всех такая разница. Это очень много. Опять Фаник пытается нападать на Седова, но рядом Кингер. Ох, немножко не сыграно. Но в любом случае с танчиком Кингер попадает, однако забрать Фаника под хилом 6 уровня здесь не получится. Не хватает магического прокаста. Если он прям очень сильно прохарасится, то в таком случае может прилетит Фурион и есть какой-то шанс забрать, но пока нет. Спирит левел 3. Что делаем тоже? Мирана. Аркин урона есть у King of Pain. Не думаю, Пикачу очень хочет ультануть под этой самой Аркейн руной. Нужно ему для этого создать возможность. Стоит просить Распирита помочь ему этими делами как-то заняться. Возможно, Фаненька прийти, выйти в спину, либо что-то в таком духе. Либо самому напасть. Давайте посмотрим, кого-то можешь убить. В принципе, на Мирану можно нападать. У нее ХП не так много. И вот посмотрите, начинает Пикачу уже ее прохорашивать под Аркейн руной. Возможно, сейчас пойдут на Шрайн. Посмотрите, стрелу кинул, криповочку убил. Да, и Шрайны будут использовать. Сюда также подходит Седой, который вынужден уйти со своей легкой линии, которая в скобочках совсем не легкая. Потому что Фаник доминирует, Фаник унижает, дали Никсу получить экспириенса, ну, хотя бы убить его посложнее, чуть у него там станчики есть, у него там карапаси имеется, но тем не менее, против Фаника стоит надо аккуратнее. Вторую игру очень доминирует, посмотрите, как Queen of Pain агрессивно играет, очень хочет она убить Мирану, Мирана уже размята, и Air Spirit тут как тут, главное вкатиться, так, все. Они наготове. Сейчас будут нападать Аркейн руна, но Аркейн руна заканчивается. Все равно убить хочется. Вот 600 хп, они вдвоем с этим должны справляться. Тем более Миран Лим до этого тратил, однако он уже откулдаунился. Иллюзии достаются Акаше. Распирит забирает баунти руну прямо перед носом у Фуриона. Как дела, кстати, у Некран? Давно мы не смотрели на него. Да, а что тут смотреть? На легкой линии, ему никто не мешает. Фурион там путешествовал по карте. Маг, кстати, напутешествовал себе на 2.01. В принципе, достойно для хардлайнера Фуриона. Ни разу не умирал. И... Одну секундочку. Внизу нападение. Нет, забрать не получается пока. Хотя летит сюда Мирана. Возможно, будет телепорт от Фуриона. Очень неудобно. Очень большое количество крипов. Мирана попадает стрелой. Хороший старфол. И да, вчетвером они все-таки осилили. Эрспейд пришел, но... слишком много ресурсов было потрачено. Это и мидер, и хардлайнер перетянулся. То, что вот сейчас энчантера забрали, конечно, до Фаника, наверное... Больно, но сколько ресурсов, чтобы забирать эту самую энчантер, тратится, это
Прям не передать словами. Кингер уже получил 6 уровень, находится в Вендетте. И... ох... неужели они попробуют напасть на Некра? Ну, слушайте, на Некра они никак не нападут. Поэтому... а вот аппарат — это как раз та цель, которую можно попробовать убить. Ультимейт у Фуриона в кулдауне. В соло сложно будет убить, если только он прохарасится как-то. И вот вместе с Фурионом у них это получится сделать. Еще используется амулет Shadow от Мираны, дабы дать своим ребятам спокойно уйти, потому что у аппарата просветочки нет, у Некра абсолютно тоже вижена никакого не имеется, ну и они отсюда уходят. И уже 5-1. Но 5-1 по фрагам, а преимущество по золоту все равно М19. Сейчас этой команде для того, чтобы начать доминировать, начать агрессировать, начать там просто пушить, либо то, что они пожелают делать, нужно получить определенный левел и определенные вещи. Поэтому они особо не двигаются, просто бьют своих крипов, и на этом все. А, например, эффекты много действий делают. Фурион постоянно по карте перемещается, ищет, что вы тут, кого вы тут убить. Мирана приходится делать телепорт на легкую линию, помогать своим ребятам, потому что Enchanter's Cry уже оборзела и под тавером ходит, и леса твои фармит. Ну а сейчас, кстати, должны ту самую Enchanter's убить. Однако, отлично, она с кентавром была, поэтому стрела не попадает. Ну и Фаник успевает прожать хилер, Спири также здесь. Крапасси сбивают телепорт, Пикачу должен разбираться с Кингером. В общем, можно было идти дальше за Шэдоу Демоном, но они вот именно поставили цель убить Никса. У них получилось это сделать. В этот раз Паник пережил прокаст. Станчик отличный от Эрспирита. Queen of Pain прыгает, не пожалеет. Скорее всего, ультимейт по двоим можно было попробовать дать. А почему? А, и маны нет, все ясно. Все ясно. В итоге Эрспирит отправляется в таверну. В размен на Никса. Всех перетянули, кроме Некра, который фармит и фармит. И уже и Таур забрал. Ну, вот давайте посмотрим. У него, разумеется, тут без вариантов должен быть первый нетворс на карте. Так оно и есть. 5200. Бережает ближайшего оппонента, который, кстати, находится в его команде. Станчик попадает по Виномантеру. Ультимейт от аппарата, который он уже получил. Прыгает Мирана. Пошел в старпол. Отправляет в таверну на Queen of Pain. Отличная стрела была от Квапы. От, прошу прощения, Мираны. Распирит. Раскастовал ультимейт. Уже минус 2 от эффектов. Проблемы могут быть у Мирана. Однако добить некому. Приходит сюда Никрофт. У него есть коса. Однако в кого ее давать? Ультимейт по Мираны. Вот сейчас Станчик не попадает к Кингер, Некра, еще имеются стики, стрела, мимо, но в живых остается только трое, Enchantress в этом замесе не участвовал, только сейчас Фаник летит, однако под Млайд Шаду ребята расходятся. И опять же, хорошо подрались эффекты. Тавр разобрали, забрали Queen of Pain, забрали Air Spirit'а, чему я, в принципе, думаю, они должны быть рады. Это была первая смерть Пикачу. Пикачу Нетворс там не такой, как у Некра, но тоже один из топовых, поэтому денежек за него дают приличное количество. Можно мид подпушить по ресурсам. Тут Виномансер ультимейт в кулдауне. Ну, Шэдоу Демон, это Шэдоу Демон. Кстати, нужен 6 уровень. На самом деле, не стоит его недооценивать. Урона предостаточно. Используется глиф. В это время Фурион должен сплитить. Как раз этими вещами он занимается. Ну и вот Никс в Вендетте. Сайленс. Отлично все сыграно от Спирита. Нечего добавить с помощью косы. И вот Никс в таверне. 35 секунд. Да, потратили косу, но это, по-моему, первый раз, когда Никс вообще его тратит. Я про Никса, это забавно звучит, я думаю, что я уже так называла. Никс — это игрок команды М19, он играет на Некре. Ну и здесь вы понимаете, что вы можете перепутать. Стрела, отошел, ультимейт Фуриона на топе, разбирается с Виномансером в размен на Queen of Pain, но итог у нас Квапу на Виномансера. Квапа, кстати, очень близко идет по нетворцу, поэтому они примерно идентично разменялись. Но по... да и по золоту тоже такая же ситуация. Единственный, наверное, момент, который стоит отметить, то, что Квапа получила фраг за Виномансера, и
это такой явный плюс. Ну а здесь Shadow Demon фраг забрал. Уже и 6-й уровень получил заодно. Спрятали. Эрспирита поставили спруты. Фаник начинает избивать у нас мага. Еще один удар. И так, в принципе, выходит. Фаник расправляется с Фурионом. Фурион отправляется в таверну. Притом это первая его смерть. Мы дали Shadow от Мираны. Будет и попытка забрать Никсом Никса. Господи, как это забавно звучит. Но так оно и есть. Никс, станчик, стрела от Мираны. Ну, в любом случае, убить его не получается. Но забавный момент. Форстатнулся, но от стрелы не ушел. Никуда не отпускал его Мирана. Мирана собирает себе Яшу по фарму. Ну, давайте посмотрим, как у нее вообще дела. По нутворцу, в принципе, неплохо и нехорошо, потому что от своего оппонента она немного отстает. Ну, например, даже ее Фурион опережает. Потом так нормально, можно так сказать. Но Фурион очень активно играл. У Фуриона было большое количество фрагов. Из 9 фрагов 8 он поучаствовал. Находит того самого Фуриона, которого я только что похвалила. Ну что же за девушки? Вот только похвалит длинный язык, знаете, вот про это. Погибает у нас Андрей, его вторая смерть. Фраг, разумеется, достается не Крок, который потратил на это косу, 238 золота получил. И уже различие во фрагах остается всего 3 фрага. Согласитесь, совсем немного. Казалось, было начало такое хорошее. Пикачу делает блинкаут, сможет ли его спрятать Shadow Demon. Ставится вар для того, чтобы увидели станчик по таймингу. Ну и здесь не должны отпускать. Пытается сделать телепорт. Да, я как-то переоценила, на самом деле, урон саппортов. Мне не казалось, там еще и урна ими будет, но урны не было. И вот был шанс, но видимо, нет. Какой у нас уровень? 11-й. Пейн. Графики. 2000 по опыту. По золоту примерно, наверное, такая же ситуация. Да, такая же ситуация. Видим, что... Было примерно одинаково, но нет. Несмотря на то, какое количество делали фрагов эффекты, и какое количество фрагов делали М19. Просто фарм победил. Притом, стоит отметить, что когда М19 фармили эффект убивали, они не убивали прям везде и очень много. Да, они делали фраги, но не настолько там, как Фитфест, который стоил Вега, например, на вчера, если вы помните, против Virtus.pro. Там такое количество фрагов, что кошмар. Нападение на Enchantress. Enchantress здесь отъезжает без каких-то шансов. Аппарат уйтует. Проблемы. Под крапом находился Некор. Дает он косу в Мирану. Мирана отправляется в таверну. В итоге размен Мирана на Enchantress. Ультимейт от Queen of Pain. И пока размен 2 в 2. Катается Распирит. Проблемы у Shadow Demon. Здесь имеется просветка. Асик также отправляется в таверну. И трипл килл для Некрофоса. У нас в итоге, давайте посмотрим, 2 саппортов и мидера, разменяли на хардлайнера и саппорта. Ну, думаю, что очевидно, что этот плюс команде М19. Разница фрагов всего 2 штуки. Фурион, ого! Вот видите, я озвучивала тот момент, что очень многие сейчас собираются через Road of Atos, либо барабаны Мидаса там уже по ситуации орчит. Макс играет совершенно по-другому. Он собирается и сразу орчит. Против Ковпы решение и правда неплохое, тем более Пикачу, как мы видим, собирается не на под... Ну, нет, не нужен ему, видимо, какой-то подсейв, то есть он уже собрал Вейл, и дальше у него планируется также покупка Орчида. Он хочет убивать. Ну, без каких-то там ветров, почему вот в этом духе. Даже не приобрел себе Power Treats. Чтобы чуть поплотнее. Enchantress, кстати, видите, какая плотная, но все равно ее пока осилили. Очень много дэмэджа там было. Фаник 12 уровень. Монотворс 4 позиция. Очень прям со своей Акашей он идет наравне. Виномансер, у которого была очень сложная линия, немножко обгоняет, потому что Седой ушел в АФК фарм, пока остальные бегали. Поучаствовал в 5 фрагов из своей команды. А вот, и это очень интересно.
смогли. Все-таки смогли осилить Некра. Стрела, видимо, 5 секундочка залетела, потому что Некр не успел даже стики использовать. И, кстати, Некр сам виноват. Был бы у него какой-то там другой артефакт, то вполне вероятно, что он бы выживал. Но он выходит в Рейденс. И решили уйти тоже в фарм. Хотя я уже как раз, когда на стадии пикабанов мы с вами обсуждали пики, то предположительно мне казалось, что здесь просто, как и на предыдущей карте, они соберут всякие алебарды, солар-кресты и Владимиры и пойдут заканчивать. Но нет. Здесь она явно лишняя будет для энчантерс. Вообще хороший артефакт, да, для многих персонажей, для чуть ли не для всех ранжевиков, которые, у которых есть возможность бить с руки. В принципе, не то, что возможность, а задача, цель. Понятное дело, что там на реча не будешь драгона собирать и на дизраптора. Но на большом количестве кор персонажей, там, с физуроном неплохим. Читерс одна из немногих, которые может себе позволить из интовиков такое дело. Из интовиков, это, кстати, очень мало кто на Видрейнджер собирает такой артефакт. Просто у Видрейнджер есть артефакты, которые получше смотрятся. Да и вообще Видрейнджер нуждается в переработке, она полностью исчезла, а герой очень крутой. И красивый, и почему не красивый внешне, красиво смотреть за игрой. Виндрейнджер. Эти невероятные связки, которые хочет сказать, да вообще, как она здесь связала? Да здесь точно должна была связать, но почему-то не ее эра. Зато эра Нави. Кстати, как там Нави? Все переживают. Просто все комьюнити с, знаете, таким... Я представляю, как сидят фанаты Нави, которые дождались хорошего состава, который начинает показывать неплохие результаты, сидят такие... Ну, и вот... Интересно, получится ли. Ну, сейчас, конечно, не по Нави дело, а вот так цепляют у нас... Это, кстати, очень будет круто, если получится Некра убить сразу. Но Некра убить не получается. Все, Некр выжил, и это, можно уже сказать, победа команды М19. Разменяли Веномансера на Эрспирита. Некр практически фуловый. Маг также отправляется в таверну. Никто... Ну, кстати, копы потеряли. Фаник еще начинает драться с Кингером. Отлично, хороший станчик. Кингер. Кингера не отпустят. Карапаси. Да, минус 3, размен. Ну и Шеду Демона здесь отпинали Некр вместе с аппаратом вдвоем. Зажали в лесочке. Единственный выживший оказалась Патма. Казалось бы, начало такое хорошее. Цепанули Некра, но зафокусить не получилось. А если ты Некра не убиваешь сам, то Некр убивает тебя. Такая достаточно простая истина, да? Ну, я имею в виду, сразу не получается за вот этот стан его убить, то потом он уже в любом случае там, стики прожмет и отхилится. Тем более, кстати... А, помните, это я сказала, что не хватило чего-то для выживаемости? Вот и другая уже ситуация. Приобрел себе худ, и теперь с этим артефактом как раз его пробить и не получается. Все очень просто было сделано. Понял, чего ему не хватает. Мне, кстати, нравятся игроки, которые, знаете, такие вариативные. Его убили пару раз, он понял. Так, мне этого не хватает. Мне нужна выживаемость. Меня могут убить с прокаста. Взял, купил худ, и все. Выживаемость есть. Его теперь с прокаста не взять. Теперь можно и Рейденс покупать. Никс. Подфидонил на топе, через, видимо, Орчид. А, Орчида еще нет. Орчида как-то переоценила я, видимо, Пикачу. 14-14. Ведут до сих пор М19 по золоту, но сказать, что прям ведут, скажем так, рот не открывается, не поднимается рука в данном случае, как-то странно. О, нападение на Квин... Боже! Ох, Андрюша, Андрюша.
Андрюша, Андрюша, дайте орчит в креба. Вчера мы смотрели за игрой команды Эффект, и там Андрюша вот в этом прям самом моменте в лосо схватил крипа. Здесь он орчи дает в крипа. Видимо, у него какая-то ненависть к крипам. Но вообще это... Я вчера оправдала его ошибку, потому что, как я сказала тогда, такое случается там раз в 10 игр, ты можешь просто банально ошибиться. Но это там вторая игра дня, и вторая игра, вот там, вторая серия, которую там они играют, не знаю, были у них игры, кроме тех, что я комментировала, видимо, нет, но в любом случае, вот за этот промежуток времени, потому что я комментировала эту игру вчера, и такие ошибки так часто допускать нельзя. Это мисклик, но мисклик, скажем так, неприятный. Виномансер раскастовал ультимейт, ультимейт от аппарата, виномансер минус. А, сюда прилетает Фурион, Эрспирит должен, конечно же, здесь забрать, но Эрспирит дерется до конца. Абсолютно правильное решение, потому что получается благодаря его помощи забрать Кингера, и они разменяли всего лишь одного саппорта на виномансера и Никса, то есть на кэрри и саппорта. В целом должны быть рады и довольны такому размену. А, притаился Шаду Демон в кустиках здесь, в лесочке, но понимает, что сделать ничего не получится, поэтому пошел-ка я отсюда куда-нибудь в другое место. Будет попытка, возможно, на топе кого-то подловить, однако посмотрите, как они здорово действуют. Они, во-первых, поставили тоже здесь вард. Это вард как раз против Фуриона. Тут же вард есть и от оппонентов. Кто кого словит, еще неизвестно. Пытаются сплитом заниматься. Фурион фармит. У Фуриона появился Shadow Blade. Ну, Shadow Blade это хоть не по крипам морчит уж будет давать. Может, тут испугался как-то. Так, Double Damage, который забирает Queen of Pain. Я предполагаю, что должен лететь все-таки уже орчит. Тайминг подходит. Так оно и есть. 4-3-8 статистику Пикачу на этой карте. Второй Нетворс среди всех персонажей. И будет нападение на Парада, который каким-то непонятным образом здесь остался. Видимо, телепорт сбили. Хотя нет, телепорт даже не использовал. Может, просто думал... странно. Может, просто выбрали его. Или уже он понимал, что не успевает уйти. Виномансер очень плотный, все равно его получается убить. У него вот и Dragon Lance, и Пайп. Он БКБ хочет. Много удивило меня, если честно, вот то, что он БКБ хочет собрать. Потому что... Некарка, Пау, тиммейт... Даун урон не получит, но тем не менее. Пробивает же. Тут пробивает и урон получит. Ратор Спирита. Ну, кстати, по поводу Спирита нашли, убили. Появился Райденс. Тоже покупка БКБ планируется. Доделать пайп, купить БКБ. Забрать Рошана. И можно заканчивать. Правда, сложновато это будет сделать, если еще тем более седой получит на Виномансере. 25 уровень. Змейки это боль. А вот и БКБ. БКБ у М19, как только появится, очень многие проблемы у этой команды будут решены. А, понимает, это Queen of Pain, не Кру БКБ, возможно, ну, не то, что не нужно, просто он может чуть попозже его купить, потому что он и так в целом очень-очень плотный, и выживаемость у него отличная. Брейсеров. Ну, Ротос будет потом, видимо. Пика есть. Плотный. ПТшка. БКБ. 200 хп. Попробуй ты этот энчантрас убей. Никс. Хейст. Имеется блинк. Собирает ветра. Сейчас скаутит территорию. Попытка кого-то найти. Но никого он здесь не найдет. Потому что Шаду Демон занимается сплитом, однако здесь Т1 вышка практически фуловая, сделать будет что-то сложно. Показались на линии Фурион вместе с Шадоу Демоном, соответственно сейчас М19 могут позволить себе зайти на Рошана.
Танчить особо некому, честно говоря. Ну, разве вот Энчантрес может пойти подтанчить со своим подхилом? Вообще, они должны понимать, что сейчас происходит, но тут Рошан не так-то быстро будет и падать. То есть, нет никакой медальки, если я не ошибаюсь, ни у кого. Нет, не ошибаюсь. Поэтому они за этого Рошана отдают целых два тавера. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Эти Фурион разбирается с курьером. Курьер сил тьмы, Рошан. Ну а здесь был убит Рошан, что, наверное, чуть более приятно, потому что курьере там вообще не было. А вот маг... Успел. Эрспирит был Silence, дабы он не сбил какой-то ему телепорт. И ушел. На нижней линии дабл дэмэдж валяется. Эрспирит. Вообще зачем они пытались это цепануть здесь, не крайне понятно. Шансов убить его было крайне мало. Даже если бы Фурион прилетел, даже не крайне мало. Не было шансов. Ах, вот они как с дабл дэмэджем решили поиграть. Никс получает Сайленс, орчит от Queen of Pain. Ну и на этом он отправляется отдыхать на 50 секунд в таверну. Переутомился. Фурион практически с Блэкен Баром. Посмотрим, поможет ли это выживать Андрюша в замесах. Энчантрес. 1300 золота. Ага, видела. Она как прошелся здесь, как раз стоял. Сентри Вард. И прилетает маг. До сих пор действовал дабл дэмэдж. Под Сентрёй. Отличный камень. Тайминговый станчик. Ну и БКБ не было пока у Фуриона. С руки. Фраг достается аппарату, даже ультимейты на него не тратили. Ну и дальше что надо делать М19? По фарму, как я уже говорила, у них преимущество совсем небольшое. Имеется разве что Аегис, которую можно как-то реализовать. Но эта игра уже, по крайней мере, смотрится намного более серьезнее, чем предыдущая, что говорит нам... Но вот Виномастера вообще в игре не было видно. То есть вроде поучаствовал в 9 фрагах, но как-то маловато. Просто фармит и фармит. Его когда загнобили, он пошел в АФК фарм. Ну, если учесть, что они в целом проигрывали. Позиционки. Надо, да. Правильное решение. Пойти собрать Т2. Тут тем более очень мало ХП. Тем более с Аегисом. Тем более уже есть БКБ. Надо ее только принести для Пикачу. Хорошо. Нет, не побоялись идти. Решили все-таки фармить. Решили фармить, а вот тут нафармил Некр. Ну, хватило урона, вот себе и хватило. Никс плюс Мирана. Мирана с диффузами, с мантой. Уже дэмэджа с руки у нее предостаточно. Скоро и БКБ такими темпами появится. А может, уже появилось. Да, так оно и есть. БКБ в курьере. Рецепт летит. Ну вот уже и преимущество у эффектов. Оно незначительное. Все мы понимаем, что следующий какой-то нереально неплохой замес, он решит большую часть этой игры. Пока все по фарму примерно в одинаковых ситуациях находятся. БКБ у Queen of Pain. Шиву тут собирает. Enchantress БКБ. Брат Glimmer Key и Гем, что тоже немаловажно. Спирит планирует покупку блинка. Цепанули Enchantress. Вообще Кингер поаккуратнее бы. Мирана прыгает на Пикачу. Очень. Посмотрите, как ему было больно. Ну, тут, опять же, у него никаких артефактов на ХП нет, даже ПТшки нет. Ну, то есть там есть Вейл, который статы дает. БКБ тоже статы, но маловато этих статов. Награда моя!
игра ушла в такую стадию, когда одной и другой команде как бы опасно идти. Они понимают, но с другой стороны, М19 могут позволить себе ошибиться. Притом и в этой игре, и вообще, потому что даже если они проиграют, они... у них все равно все хорошо. А вот эффектом ошибаться нельзя. То есть я про то, что они тогда уже проиграют серию. Скан, знает, где находятся оппоненты, находится в смоках, распеет, сейчас увидит виномансера, будет ли вкатываться, пошел просветочка, однако Седой уже слишком далеко, пропадает Аегис Queen of Pain, сейчас подумаем, что папа будет себе собирать. Очень велика вероятность, что она пойдет через... Вообще ей в плотность надо идти. Мы видели, что Мирана ее пробивает, и я не удивлюсь, если появится даже какая-то кираса, но пока появляются именно травола. Младший от Мираны, аппарат уже отправляется в таверну, а ему нельзя погибать, у него гем. Распирит укатывается, гем забирает... Гем. Гем забрал. Успели переложить. Слушайте, даже я не увидела, честно говоря, как он это сделал. Я уже так смотрю на Никса, который будет забирать гем. Отдали гем Клопе. БКБ, Shadowblade, Orchid, Лутон, а дальше делается Хекс. Аганим планирует покупать, но туда Аганима еще очень-очень долго. Надо хороший вижен поставить для того, чтобы и против Никса, опять же, опасно идет аппарат. Queen of Pain прыгает, вообще ничего не боится. Ну и все. Видит Никса, а наконец успевает прожать Крапаси, поднимает себе ветра, находится под Орчитом, пытается как-то выживать. Ну, кстати, Кингера очень долго жил, тем более сейчас Шадоу Демон его подсейвил, но это, в принципе, не должно его спасать. БКБ подрубает Афонин, БКБ подрубает Пикачу, с телепорта пытается уйти Афоне, но сбивает ему телепорт с помощью Некор. Сейчас БКБ уже должен заканчиваться, Пикачу должен погибать, на него накидывается Гриммер, поднимает себе ветра, ну и, соответственно, минус 3. То есть изначально очень много было ресурсов потрачено для того, чтобы убить Никса. Прям очень долго он жил, но его осилили. На Мирану потратили самый основной скилл команды, это ультимейт Некра, для того, чтобы сбить телепорт, ну и там уже разобрались. Ну и Shadow Demon, что там с ним сделать, саппорт пятой позиции, он уже сделал все в этом замесе все, что в принципе от него зависело. Виномансер раскастовывает ультимейт и прожимает БКБ. Кстати, надо чуть поаккуратнее быть Некру на самом-то деле, потому что я понимаю, что ты плотный-плотный, но... Распирит выживает. Распирит выживает, а вот выживет ли Некр? Вот вам и ответ на этот вопрос. Queen of Pain тоже тут. Виномансер начинает драться, несмотря на его плотность, у него могут быть проблемы. Однако под сейф отлично от Шадов Демона. Аппарат под Глиммера пытается выжить. Байбек делает Некор, очень хочет вернуться в замес. Макс с помощью телепорта просто улетает, погибает также Queen of Pain. Некор не знает, зачем делал байбек. Как бы его сейчас за этот байбек не наказали. Вкатывается Эрспирит, непонятно куда. Расставляет седые свои змейки. Никс под карапасями. И оп. Ну и Тавр пытается задонайтить, однако задонайтить не получается. Прыгает Никс, станчиком не попадает. Ну и вот Фаник. Где урон? Нужен урон. Опа. Отправляется также в таверну. Фаник погибнет здесь. Без шансов должен погибать. Еще и прыгает Никс. Ну и под Фидонили же. Что можно сказать? Во-первых, Некор потратил байбек.
Во-вторых, они задавили слишком далеко. В-третьих, подрались они в целом. Ну, попытка вот зафокусить на Мансера, она сама по себе была достаточно наивной, потому что это, наверное, такой, ну, прям очень плотный персонаж. Ну и Мирана, конечно, набрала силу, она очень больно бьет с руки, сейчас себе купит какие-то молнии, и уже проблемы будут гораздо более серьезные. Мне кажется, нет, только не Некр. Если Некр погибнет после байбека, они вполне могут заходить на ХГ. Некр... Да, Некр погибает. Еще и Виномансер раскастовал ультимейта, наверное, не стоило. Хотя аппараты заберут, но тратить на него было не очень хотелось. Аппарат делает байбек. И вот Энчантерс не очень хочет выкупаться ради 20 секунд. Это время, посмотрите, сколько хп уже осталось у Тавра на топе. Там Миран его развлекает. А здесь Виномансер с Фурионом справляются. Ну, Виномансер с Фурионом — это, конечно, грязь. Но вообще, в целом, мне кажется, М19 сами виноваты. Если они проиграют эту игру, они сами допустили именно ключевые ошибки. Вместо той доминации использовать то, что они могли, они предпочли уйти в фарм и лейт. Хотя сами понимали, против чего они имеют дело. То есть против той же самой Мираны, которая в лейте очень и очень сильная. По крайней мере, против их героев. И Фурион тот же, значит... Ну вот, все, внизу уже сторона упала. Тут слишком грязное это дело. Хекс получает эрспид, прыгает Queen of Pain, раскастовывается ультимейт. Но Фурион просто уходит с помощью Лотара. Ситова, скорее всего, не отпустит. Он дерется до конца как мужчина. Но это на самом-то деле уже не важно, потому что самая главная задача команды М19 была выполнена. И все это время Некр сидит в таверне. Вот когда ему нужно было выкупаться тем самым байбеком, который он сделал, чтобы прилететь сюда и потом умереть еще раз. Он очень много для своей команды на самом-то деле заруинил. Да, кстати, не забрали казарму. Там оставалось буквально 100 хп, что-то в таком духе. Теперь все забрали. И вот, посмотрите, за такой быстрый, скажем, 5 минут последних, а преимущество у эффектов уже 11 тысяч. Кто мог такое ожидать? Я, честно, уже когда посмотрел первую игру, то, насколько хорошо сыграли М19, ну, видимо, дело было в проигранном пике. Судя по тому, что эффекты смогли перевернуть. Либо они, правда, просто играют наравне. Видели просветка по Никсу. Вкатывается Эрспирит, однако Никс просто уходит с блинка. Ищет его Queen of Pain. Карапаси, блинк. Однако тут должна быть Queen of Pain встречать его. Прилет. Будет ли попытка от Фуриона как-то помочь, потому что Никс может жить очень-очень долго. Эрспирит раскастовывает ультимейт. Будет ли ультимейт от Queen of Pain? Маг какой-то очень каленый. Да, все-таки Никса забирают. Разбираются еще и с магом. Приходится Никсу делать байбек. Младший дуот Мираны. Виномансер разбирается в это время с Энчантерс. Но Фаник под филом касался. Ух, ультимейт, конечно, был... Наверное, чересчур, что-то с ультами им Седова сегодня не везет. Но это все не важно, потому что сейчас можно попробовать дальше пойти. Хотя уже Ник сделал байбек, Фурион не очень хочет байбекаться. Разменяли в итоге хардлайнера на хардлайнера. Ну и Никс. Имеется Рошан. Рошан под номером 2 с сырком. Тоже хочется скушать такое дело. Пойти на него. Давайте посмотрим, у кого шансов Рошана забрать больше. Мне, кстати, кажется, что у Реддентов, потому что быстрее будут убивать. Тут и урона с руки уже больше. Ну, как раз то, о чем я говорила на стадии пиков, это то, что проблемы могут возникнуть, если у них не будет, не смогут они закончить сразу. И вот эти проблемы уже возникли. Я бы не сказала, что они прям ведут огромные суммы денег и М19 проиграли, но в целом
наверное, если у Некра был такой отличный фарм, этим персонажем мог бы быть и кто-то другой. Блутурн появляется у Фуриона, он еще опаснее. Смакет М19. Типанули Queen of Pain. Queen of Pain. Станчик по таймингу не получилось сделать. Успел прожить БКБ. Очень плохая коса от Некра. Даже не получилось зафокусить Кингера. И теперь как раз надо убивать М19. Глиммер Кейп. Аппарат пытается уйти. Эр Спирит раскастовался очень неплохо. Фанни под БКБ дерется. Некар отправляется в таверну. Смогли забрать Никса и Фуриона, но потеряли уже троих. Мирана начинает бить очень и очень больно. Но уже давно, на самом-то деле, начала Эр Спирит. Отсюда улетает. Энчантер делает байбек. Ну и на топе должно быть... Был бы, конечно, там Фурион, было бы веселее. Но это все на самом деле, уже не важно, потому что... Фурион вместе с Никсом резнется, а здесь у команды есть Аегис и Сыр. И последние драки они для себя выигрывают. Притом они Энчантрес развели на байбек. Но это тоже неприятно, согласитесь. То есть Энчантрес потратил байбек, а полностью впустую. Могли бы попробовать там сейчас... А, они решили потраться еще, когда двух героев нет против Сыра и Аегиса. Пикачу потратил БКБ. Сейчас... будут преследовать Эрспирита. Эрспирит уже не должен отсюда уходить. Фаник после байбека погибает. Ну и выживает Пикачу вместе с Эрспиритом. Лучше бы Эрспирита забрали, что я могу сказать. Без маны шагу демон. Ох, эти три стрелы. Пикачу жив. Пикачу жив. Без маны совершенно, что... Виномансер, что Мираны немного маны, что Шэдоу Демона используется глиф. Фурион уже должен лететь на топ. Так оно и происходит. Резнулся минус бараки. Ну, неприятно. Посмотрите, как Пикачу больно. Он прожимает БКБ и погибает. Делает байбек, ультимейт от аппарата. Распирит, скорее всего, буквально еще там должен один удар тоже отправляться в таверну, но он выживает. В любом случае, Queen of Pain уже байбекнулась, Виномансер раскастовывает ультимейт, но это уже не важно. Это мега-крипы, и как бы этот замес не прошел, шанс того, что что-то изменится, как вы понимаете, минимальный. Фурион делает байбек, его там убили, но игра уже проиграна командой М19. И даже несмотря на то, что эффект вначале выступали очень хорошо, мне казалось, что с тем фармом, который у М19 был, у них шансы были закончить очень много раз. Но, на мой взгляд, совсем правильная, даже не то, что позиционка, они после первой игры как будто прям сильно поверили в себя и не играли в полную мощь, возможно, так. Возможно, просто на предыдущей игре был полностью выигран пик. Ну и